чуть-чуть больше вещества. Чуть больше вещества. Ну, минимум для того, чтобы мастихину. Потому что сейчас разбавитель улетучится, и она станет суховатой. И мастихин начнет пробуксовывать. А так, в этой кашице краски мы вполне сможем играть. Хорошо? Играть и накладывать какие-то мощные листья. Но пока играть. Ну, в смысле, пока нашвырять краску. Давай. Хорошо. Ну, давай сразу с лицо и будем писать. Мастихин я еще не успела загладить. Не, рано еще. Рано. Мастихин по такой скользкоте не будет еще себя хорошо чувствовать. Сейчас красочка немножко станет, и тогда на эту вязкость некоторую придет мастихин. Пятно головы. Делаем чуть в натуральную величину. Можно чуть больше, чуть меньше, близко к натуральной величине. Начнем с головочки, все остальное пристроится на верхних, на пересечении верхних диагоналей квадрата, если будет голова. Это минимум хорошее положение головы на формате. То есть вот глаз, например, глаз. Да, это уже будет выгодное положение. Волосики наберешь. Чуть больше коричневизны, чуть с желтотой. И вот наши волосики. Ты видишь, тряпка прекрасно рисует волосы. Не тоненькая кисть рисует волосы прекрасно, а тряпка и большая кисть. Ты согласна? После этого ты возьмешь те же, в пользу коричневый, розовый. И начнешь формировать идею. Этот самый овала лица. Идею губ, кончика носа, глазных впадин и так далее. Хорошо? Давай. Значит, смотри, у нее не по этой траектории. Не по этой, как ты нарисовала, а наоборот по этой. По этой. Давай так. Все равно почему-то не хочешь сделать в ракурсе. Ну почему вот нет ракурса? Смотри. Ну что, только что ж обозначил идею ракурса. Ты понимаешь, это вот я тебя заставляю. Себя-то ты тем более не смогла бы заставить на этот ракурс пойти. Вот как тогда изображать точно лицо, если ты не можешь даже себя заставить пойти на ракурс? Понимаешь, вот я уже показал, и все равно сохранила не ракурс, не ракурсное звучание. Там именно вот такое звучание всего. Амбразурки глаз. Точечки. Зрачков. Ты понимаешь, когда мы вот это вот задали, так оно сразу как-то правильно и идет. А ты сначала сделала в противоположном направлении, и даже после моего замечания все равно не смогла. Ты понимаешь, что-то надо что-то с собой сделать, чтобы все-таки видеть ракурс.
Ну, я к тебе придираюсь только потому, что ты вчера хороший результат показала. Так бы я сказал. Нет, это все нормально. Я сейчас поправил яйца. Смотри, ракурс, да? Ракурс. И дальше светики наполняют уже с желтиночкой, светики с желтиночкой, собственный цвет тела с розовиночкой. Начинаем наполнять их светлость. Перебиваем для того, чтобы круглилось. Ты вчера подходила, да, когда мы там писали? Да, да. Ага. Вот они. Вот оно сразу становится кругло. Розовиночку. И круглим, круглим. Хорошо? Так, волосики. Ой, эти самые, наверное, немножечко подбросим сейчас вот этих ребят. Чтоб уже была подсказочка. Эта стайка желтенькая, это розовато-рыжая, да? То есть показываем эти вещи. За вот этой теневой свет бомбит по листьям. Давай в таком же духе. Можно к формату сесть. Еще один момент, который ты сразу же не хочешь учитывать, это ракурс поворота. То есть ты, как все нормальные детки, стала ее разворачивать на нас. А она не на нас. Она немножко от нас. Ты видишь разницу? Здесь больше лица, здесь меньше. Да. Видишь, да? То есть вот эту разницу обязательно предъявить. Казалось бы, да? Ну, что я там такого сделала? Темненькость этого пятна между губочками. Даже если тебе не кажется достаточно темным пятно под нижней губой, его надо обозначить, иначе не будет вот этой ямочки. То есть обязательно вот нижнюю губу, губу чуть-чуть подтяним снизу. Амбразурка. И внутри амбразурки зрачочек. А потом пристраиваем мало выражено нижнее веко, сильно выражено верхнее веко. Обычно так. Можно лоснение краски, она, видишь, лоснится, чуть-чуть сбивать, чтобы краска матово сидела. А то она от густоты немножко лоснится. Смотри, чуть-чуть сбивать лоснение. Придавливать. Ну, чтобы самому уже было видно. Лопатохи надо уже начать выявлять.
вытерла или даже вышкребла. Вышкребла. Смотри, плоскостью лезвия, да? Ага, повыше. Повыше. Вышкребла. И уже в это вышкребанное загоняешь вещество. То есть, чтобы вещества было не очень много. Чтобы это вещество не мешало моделированию. Плюс штрих по цилиндрикам. И у тебя формируется сразу кругловатое. Пальчичек большой. Вот это оттененность. Вот это оттененность. Смотри, как палец исправно выполняет задачки. Наштрихованность по цилиндру. Давай. Мутнее. То есть, да, что-то там различимо, но мутнее. Так. Согласна, да? Мутный характер. Так, руки так особо не это самое, не утруждалось, да? Вышивала, вышивала. Сейчас, а где у нас каминчик здесь? Недавно выжимала, уже все. Нет, здесь руки нужны, они так участвуют красиво. Жесткость обрисованности губ – самое неудачное действие в портрете. Вот когда ты придешь в музей и посмотришь, как поступают классики, ты увидишь, что жесткие губы да практически ни у кого не встречаются на портретах.
интенсивных. Я вроде раза два подпыталась подкормить, но скромно очень. Губы сначала стоит нарисовать красивого цвета, а потом уже все подробности раздавать. Они холодного такого ледяного, замерзшего цвета. То есть как будто бы они там замерзли. Вы сейчас какой цвет взяли для зубок? Никакой вообще. Да? Вот этот. Угу. Грязь холодноватого цвета. Угу. Смотри, сейчас у меня губки немножко как будто бы просвечиваются насквозь, да? Усиливаю звучание именно вот этого пятна, для того, чтобы они выскочили сюда. А только вот на этой, на галочке вот этот вот, ну, светлое пятнышко делается, или все-таки вот это, мне еще кажется, еще. Что у нее здесь... Не, ну понятно, что они очерчены, но... Последовательно, тихохонько, уточняем очертания так, чтобы они несколько все-таки размазывались. То есть не очерчиваем их круто, очень тихонько.
Значит, перейдя к лицу, соберешь всю эту ерундень, которая мешает заниматься лицом. Потому что на палитре должна сложиться удобная ситуация для ответственного пятна. Хорошо? Потому что там эти желтые, там все фонарит. То есть, чтобы там появились цветики лица. Лежачей кистью к холсту стараешься действовать. Так, по-моему, у нас завышен носик чуть-чуть. Пониже сделаем. Ну, я весь блок взял и подвинул весь блок. То есть чуть пониже будут ноздрички. Более будут прижаты бровочки к глазкам. А, наверное, все-таки повыше, да? Повыше глазик чуть-чуть. Такая красота. Вот сюда повыше. Хорошо? Мы не можем, мы сначала должны все устаканить, а потом уже радоваться глазику отдельному или сначала все устаканить. Смотри, значит, этот глазик, глазик будет расправить. Чуть повыше. И вот такими подштриховочками. И высветленностями. Вот так потихонечку выходи оттуда. И руки тоже срочно понабирать. Оно должно идти на плечо, а не куда-то. Должно идти на плечо, а не куда-то. Размер между рук тоже должен быть соответствующий тому. Вот, конечно, рука туда пошла слишком. Сюда пошла. Ну, здесь более-менее. Не нужна периферия картины, отбивающая у этого золота пятно. Оно было по своей затее отбивающее. Вот только здесь эти кружевца. Чуть-чуть и будет хватит. Согласна ведь? Да. А, смотри. И все, и больше это пятно никакой агрессии не создает. Можно вот такими действиями сделать складки. Вот такими. И будет почти прозрачное. Да? То есть она будет как будто в прозрачном платье. Чуть-чуть раздавленных можно положить складочек, раздавленных. Но не нашпатлевывать тут. Ого-го. Чуть-чуть там цветоники какие-то. И здесь можно чуть-чуть узорчик этих
цветочечков. Но не густо, а вот такое что-то. Вот такое и вот такое. То есть сначала накидать крутеликов, потом перебить складочками. Хорошо? Будет хороший ход. Вот, вот так. И потянуло, потянуло. Вот они складки. Прозрачненько, да? Сразу все. Я придавил краску, чтобы она не лоснилась. Что, она же не посильным трудом опять хотите там, где ресницы, там самая активная темность, и зрачка в том числе. То есть зрачок здесь как бы подчерняем, да? Получается? Ага. Зеленоглазка она, да, или карие глазки? Какие-то, да, светло-карие. А, кстати, если зеленоглазка, то как эффект этот делается? Зелеными. Да? Я думала, какая-то хитрость здесь. Ну, просто там же не очень определенно, да, на фотографии. Я поэтому спрашиваю, а все-таки, что мы рисуем конкретно? Там зрачков, вернее, блика не видно. Чуть-чуть, вроде бы, что-то. Вот, но мерцание бликующего... синим, не белым, а синим. Чуть оживит. И со смещением, да? То есть не в центр. Обязательно не в центр. Mm-hmm.
Тоже не стоит откладывать в долгий ящик вот эти оформляющие лицо проявления, потому что от них и лицу легче. Вот у них у лица появляется цвет относительно в том числе и волос. И пока волосы совсем не набраны, не очень понятно, какой цвет у лица, достаточный или недостаточный. Хороший светик, да? Теперь можно уже окончательно выставить вот это пятнышечко. То есть такой шалашик из листьев на голове. Я некоторым образом вот сейчас создал некоторый ритм этих мазочков зеленушек, да? Угу. Появился ритм вообще. Так сбалансировалось, да? Угу. Что-то такое.